Всех приветствую, я Елена, канал «Дачный креатив». Наконец-то я добралась до обрезки многолетних растений. Уже обрезала многолетние растения вокруг дома по рабаткам, около ручья, в клумбе с березой. Начинаю теперь обрезать растения здесь, при въезде. Здесь у нас больше всего многолетних растений, так что у меня задача максимум как можно больше сегодня обрезать, потому что обещают нам, что заканчивается относительно теплый период, без дождей, скоро похолодание и будут дожди, так что постараюсь сегодня как можно больше обрезать. Вообще обычно к этому времени у нас все обрезано. Но в этом году припозднилась, не успела из-за того, что занимались ракарием, расчищали место для нового хвойного миксбордера на северной стороне участка. Вот здесь я уже немножко начала обрезать в этой клумбе. В этой клумбе тоже все обрезала. И сейчас быстренько пройдусь, покажу, в каком состоянии находится клумба сейчас после обрезки. Вообще в этом году много аномалий. Покажу дармеру, как смотрится дармера сейчас. К сожалению, я не успела ее показать, когда у нее красивые покрасневшие листья, потому что дармера моментально отреагировала на минусовые температуры, к сожалению, и не показала всей своей осенней красоты. Виноград в этом году у нас не покраснел. Вообще много аномалий. У нас обычно виноград краснеет, девичий, становится очень красивым, ярким, красным. В общем-то, как и у всех. У всех я посмотрела, у соседей, у кого растет девичий виноград, ни у кого не покраснел. Просто листья сосыхают и облетают, потому что просто подмерзли. Астры также не хотят свести, очень мало цветут. Я прямо даже вставлю фотографии 19-го, по-моему, года, там, где очень хорошо видно, как покраснел виноград и как красиво смотрятся астры, цветущие на фоне красного винограда. В этом году я обрезкой многолетних занимаюсь одна, без помощи мужа. Мне обычно обрезает, по крайней мере, хост и муж серпом, очень быстро все это происходит. Но в этом году занимаюсь сама, потому что муж у меня сказал: не трогай меня, я доделаю колодец наконец-то. Потому что все лето я его отвлекала от работы с колодцем, с домиком для колодца. Он брошировал доски старые заборные, переделывает домик для колодца, потому что там доски подгнили. И сейчас хочет доделать, так что обрезкой занимаюсь сама. Но сказать обрезкой даже, наверное, неправильно, потому что хосты все уже стеклянные, подмерзшие, и практически я их просто вырываю. Вот такие листья у хост, они все стеклянные, обрезать их даже не нужно, они просто обрываются, но что некомфортно, они скользкие, во-первых, а во-вторых, очень холодные, то есть я в перчатках работаю, ну, в защитных, садовых. Надо, наверное, уже под эти садовые перчатки одевать нормальные, потому что очень замерзают руки из-за того, что хосты просто ледяные. Так, ну и вот так показываю, что здесь у нас хоста посажена. Я увеличивала ей тоже посадочное место весной, и, наверное, в следующем году тоже нужно будет увеличивать. Я планировала в этом году осенью много хост делить, но, наверное, не буду. Сейчас уже мы не успеваем, хотя бы сейчас успеть обрезать многолетние растения. В общем, зарекаться не буду. Если погода позволит, что-то поделю. Если не позволит, соответственно, оставлю на весну. Так, ну вот эта хоста, ее можно поделить. Здесь у нас красивая голубая хоста растет. В этом году она сильно пострадала от жары. Я ее обрезала, и там буквально оставалось несколько листиков. В общем, конечно, в этом году много аномалий было летом. Также эти аномалии продолжаются и осенью. Радуют здесь, в этой клумбе, барбарисы. Вот так они краснеют красиво, становятся более яркими осенью. Там у меня желтенький барбарис. Вот эти два барбариса, это у меня самосев, и красный, и желтенький. Сейчас подойду еще с другой стороны, покажу. Астры в этом году начали рано выпускать бутоны, но вот смотрите, совсем не хотят распускаться. К сожалению, а так обычно здесь бывает просто такая сиренево-фиолетовая шапка. Здесь у меня бочевопокровные растения, я даже фигурки еще не убрала. Сейчас обрежу все и буду собирать фигурки. Здесь вербенник манечный, вот так он выглядит осенью. Хаутуния, к сожалению, уже вот так выглядит, совсем некрасиво. Вот она, хаутуния. Но она всегда так в зиму уходит. Ее, конечно, я не обрезаю. И вообще все почвопокровные растения я не обрезаю. Но это правильно. Их не нужно обрезать. Здесь барвинок. Здесь также посажена хоста. И здесь астильба с поникающими соцветиями. Там также хоста. Я обещала сказать, почему именно я обрезаю все хосты на зиму. Вообще можно не обрезать. Можно, как писали мне в комментариях, собрать просто высохшие и подсохшие листья весной. В этом году у нас хосты пострадали от жары. И потом, как я предполагаю, все-таки присоединились еще и грибковые заболевания. Поэтому больные листья, страдавшие, я все убираю. Во-первых. Во-вторых, желательно хост замульчировать. Замульчировать не потому, что она плохо зимует. Хосты все прекрасно зимуют без укрытия. А для того, чтобы прикрыть хосту от весенних заморозков, считается, что мульча любая
замедляет прогрев почвы, и хосты будут трогаться в рост чуть позже. Бывает такое, что хосты начинают расти, выпуская шильца, или уже начинающие распускаться молодые листики страдают от заморозков. Поэтому рекомендуют мульчировать место посадки хоста после обрезки для того, чтобы они весной просыпались чуть позже. И получается, что здесь у меня и эстетический фактор, то есть мне не нравится, когда весной мы приезжаем, и есть гербарий на клумбах. А во-вторых, такое успокоение я для себя нашла, что я делаю правильно для того, чтобы уберечь хосты от весенних заморозков. У нас все клумбы замульчированы, здесь у нас кора, здесь у нас еще нападала листва от винограда. Эту листву видно. Но весной, буквально там к концу мая, она измельчится, ее не будет видно. И сейчас даже она притворяется корой, это листва, ее не очень заметно. Так что здесь я даже листву не убираю. А в клумбах, где каменная отсыпка, где посажены хосты, там я их просто мульчирую либо компостом, либо торфом, либо хвойным опадом. Так, ну вот так, показываю здесь еще разочек эту клумбу, сейчас с той стороны зайду. Не обрезала я еще молочай миндалевидный, красный. Здесь также у меня барвинок. Так, зашла с этой стороны, вот он молочай. Миндалевидные, такие красивые молодые приросты. В этом году он тоже как-то странно себя вел на жаре, что удивительно, первый раз так он себя ведет. Самосев у него кругом осеивается, так же, как и кипарисовый. Кипарисовый растет вот с той стороны как раз. Молочай тоже размножается очень сильно самосевом. Вот эти барбарисики красивые. Желтый барбарис начал краснеть. Вот так красиво смотрится. Он невысокий, он у меня не вырастает большим. Он уже у меня растет, наверное, больше 6 лет. Но большеньким он так и не стал. Вот таким маленьким и растет. Здесь я еще не убрала свой листик. И здесь у меня шарик. Шарик уже требует покраски. Это бетонный шарик. Я его делала при помощи воздушного шарика. Обматывала веревкой смоченной в клее ПВА. Потом уже наносила цементный раствор и красила. Вот он у меня облупился. Нужно его покрасить. Он легкий, как пушинка. То есть он легкий-легкий совсем. Вот видите, какой легенький. Совсем легенький. Так что мне его нужно будет подкрасить в следующем году. Немножко его обновить. Здесь молочай кипарисовый я даже не обрезаю, а просто вырываю. Где-то он даже вырывается с прикорневой розеткой, но это никак не уменьшает здесь его распространение. Он такой совсем неприхотливый, даже можно сказать агрессивный, но я его совсем не удаляю. Мне очень нравится, как он смотрится летом. Но его очень легко убрать, я просто его выдираю, даже не обрезаю. Роза здесь вот такая уже, совсем некрасивая, нужно все обрезать. Как и не хлоя, начала уже даже подсыхать. Даже вот такая она смотрится красиво. Я ее планировала поделить. Причем поделить хорошо на много маленьких куртинок. Когда буду обрезать, и если погода позволит, поделю. Если не позволит, поделю весной. В новые грядки, которые я приготовила для отсадки и деления растений, которые покупала в этом году, показывала в прошлом обзоре я эти грядки. Я думаю, что сейчас осенью рано в них что-то сажать, потому что там у нас земля насыпана слоями, там и трава, и недопревший компост, и глина, и песок слоями. Все это у нас насыпано, сверху еще насыпем торфа, и, наверное, уже даже не сейчас, а весной. Я думаю, что этим грядкам все-таки лучше постоять зиму, перекопать, добавить хорошей земли, и тогда уже что-то туда отсаживать. Так, ну это я здесь ничего еще не обрезала, сейчас подойду к дармере, покажу дармеру, и подойду сейчас еще к этим двум клумбам при въезде. Вот так выглядят клумбы здесь при въезде. Обрезала многолетние. Осталось обрезать только астры, подвинуть астры немного к задней стенке клумбы и копать бордюрную ленту в качестве ограничителя. Астры здесь тоже плохо цветут, как и везде. Цинерария это у меня прошлогодняя. В прошлом году я ее выращивала на рассаду и высаживала. И осенью не удаляла. И она у меня в этом году вот так прекрасно растет. Она двулетняя. Но я думаю, что уже в этом году смысла оставлять нет. Но посмотрим, ради эксперимента, кстати, можно и оставить до следующего года. Но я думаю, что это бесполезно, потому что все-таки они двулетние. Так смотрится. Ой, забыла бархатцы отсюда убрать. И эта клумба тоже уже обрезана. Здесь только астры. Вокруг астр тоже, скорее всего, буду вкапывать бордюрную ленту. Вот так смотрится. Радуют барбарисы и спирейки. На винограде в этом году вот такие ягодки. Они очень красиво смотрелись бы на фоне красных листьев винограда, но, к сожалению, не получилось в этом году показать. И такая же история с дармерой. Дармера тоже не выдержала низких температур, в отличие, кстати говоря, от бузины, что удивительно. Бузина так интересно себя ведет в такую погоду, когда ночью минус 5, а днем плюс 10. Ну вот смотрите, дармера, к сожалению, листики все свои опустила. Не успела я показать, они даже не успели в этом году покраснеть, были желтые с намеками на покраснение. Буду все обрезать, покажу вам потом корневище. Даже гортензии, посмотрите, все подмерзло. Такие листья у гортензии и соцветия, соответственно, тоже все нужно будет скоро обрезать.
И на этом, наверное, заканчиваю. Всем хорошего настроения, до новых видео. Пока!